Мы сегодня решили с вами собраться, чтобы обсудить в тестовом режиме, потому что если вдруг мы поймем, что данная тема действительно нас волнует и имеет продолжение, мы с удовольствием организуем и вторую, и третью. Ну, как минимум, первую нам нужно прощупать, да? Представлюсь, меня зовут Полиянова Александра, я менеджер проекта Сибур Digital Community. И сегодня мы говорим про то, как IT-специалисту говорить со стейкхолдером, стараемся рассматривать опыт и применительность именно в промышленных индустриальных компаниях, но думаю, что участникам, в принципе, в финале там, или после небольших докладов, сегодня у нас будет три небольших доклада со слайдами, дальше мы пообсуждаем, и каждый сможет действительно рассказать, позадавать вопросы, поделиться своими кейсами, что же он рекомендует, что советует, с какими, может быть, преградами сталкивался. Для тех, кто первый раз у нас, немножко расскажу сейчас про наше сообщество. Если вы первый раз у нас, пожалуйста, поставьте единичку. Если уже были два, если были много раз, восьмерочку. Так я буду понимать, кто же у нас сегодня. Есть ли новенькие или все только наши заядлые. Уже сказала, меня зовут Полиянова Александра. Если у вас есть предложение себя как спикера, предложение темы, если вы готовы посоветовать, может быть, других спикеров, смело пишите мне. Вы оказались в сообществе Сибур Digital Community. Это сообщество для обмена опытом, идеями по цифровизации. И наши правила достаточно просты. Мы говорим про цифровизацию, мы общаемся уважительно и неформально, мы не обсуждаем религию и политику, и каждый может активно выходить с темой, с идеей, с инициативой. Мы делимся своим опытом, прикладным, живым опытом, чтобы он был также полезен для остальных участников. В нашем сообществе есть разные форматы, есть и доклады, есть митапы, воркшопы, круглые столы. И вот сегодня такое обсуждение, мне кажется, оно достаточно живое, интересное. В сообществе уже очень много компаний, много участников. Мы растем, мы развиваемся, мы хотим, чтобы нас было больше. И самое главное, чтобы мы обогащали друг друга, чтобы мы могли приносить друг другу пользу. Поэтому, если вы вдруг почему-то еще не подписаны на наш канал и не состоите в нашем чате, смело, смело, смело добавляйтесь и, соответственно, будьте следить за анонсами. И первый вопрос, который я сегодня задам, выходите голосом перед тем, как приглашу наших замечательных докладчиков, или пишите в чат, а зачем находить общий язык со стейкхолдером и кто такой стейкхолдер для вас? Кто готов поделиться, выходите в эфир или напишите в чате. Так, минутку. Сейчас проверим, чтобы у вас была возможность выходить в эфир, а то вдруг я... Так, у нас люди еще добавляются. Отлично, отлично. Так, тогда предлагаю тогда включиться Екатерине, наша коллега из «Газпрома». Екатерина, пожалуйста, шерьте экран. «Газпром нефть». У нас просто нефть. Кто со стороны... Нет, кто со стороны, они говорят «Газпром» и про «Газпром», и про «Газпром нефть», но мы внутри здесь такие, в общем, это... Сильно это разделяем. Вот. Да, давайте я сейчас пошарю экран, скажу только, что у нас идет обучение руководителей программ сейчас, и вот то, что я буду рассказывать, я рассказывала, точнее, уже руководителям программы, это не совсем про нахождение общего языка IT-представителей, да, со стейкхолдерами. Это, в общем, в первую очередь там, для бизнеса, как бизнесу вместе с бизнесом, в общем, находить общий язык, вот, так, но все равно, наверное, будет интересно, может быть, я надеюсь,
пообсуждать это и вместе подумать. Мы когда с Александрой обсуждали, я говорю, что у меня здесь нет каких-то прям готовых решений, какого-то rocket science, который бы, или тайного знания. Вот, скорее здесь общее вводное, плюс размышления и мой опыт о том, как бы, как это можно строить. А мой опыт, ну так, в двух словах, он следующий. Я работала много лет в Яндексе, и 4 года уже работаю в Газпромнефти, перешла как раз, как это называется, натягивать сову на глобус, внедрять продуктовые подходы, гибкие методологии и все прочие штуки, трансформации, в том числе в промышленной компании. Вот. Значит, ну, вот такое вот начало, да, что вообще со стейкхолдерами зачем взаимодействовать, потому что все равно так или иначе это придется делать, и по опыту часто это случается в самый неподходящий момент или тогда, когда мы этого не ждем, поэтому лучше как бы предотвратить и возглавить коммуникацию, чем потом неожиданно как-то на нее отвечать. А, как это, мое мнение, мой доклад, мое мнение заключается в том, что стейкхолдеры – это вообще весь круг лиц, которые заинтересованы, являются там интересантами того, что вы делаете. С разных сторон это могут быть те, для кого вы делаете, те, кто дает бюджет, действительно, как вы здесь написали, те, кто ничего не дает, но поддерживает вас там условно своей кармой, своим авторитетом. Вот здесь ниже есть определение, сворованное у скрам-трека, мы с ними плотно дружим, и поэтому я иногда у них подворовываю определение. Вот. Но наверху заинтересованные лица, что бы это ни значило. Ну да, все, кто так или иначе соприкасается с вашим проектом, там, программой, задачей, их можно уже называть стейкхолдерами. И неплохо бы, в общем-то, весь периметр или там всю совокупность стейкхолдеров понимать и держать перед глазами. Чуть позже мы поговорим про то, что не всем нужно уделять одинаковое количество внимания и энергии, но знать всех как бы не помешает. Ну вот здесь, опять же, я говорю, что это из моего рассказа внутреннего, но здесь такие основные, наверное, перечисленные стейкхолдеры, просто чтобы, ну, там, запустить обсуждение и мозговую активность. Естественно, их как бы больше, можно разной гранулярностью их разделять, но вот так вот, навскидочку. Вот. Как работать со стейкхолдерами, да, дальше будет немножко этих ежупов, в смысле ежу, понятно. Это скорее для того, чтобы, опять же, мы давали это у нас внутри компании людям не все теоретическое знание в этом имеют, и хотелось как-то больше структурировать. Ну, в общем, как мы и сказали, мы определяем, кто это, никого не забываем, определяем, какие у них потребности, интересы, создаем план и, в общем, этот план реализуем, да, вот, тут что, я буду это подсвечивать дальше, что хочется все равно подсветить в самом начале, вот слово план работы, это критично, ну, то есть, бывают такие всполохи у нас, мы проснулись утром и решили, я работаю со стейкхолдерами, теперь все, буду, и ты приходишь на работу, всех стейкхолдеров там нанес им добро, счастье, с кем-то попил кофе, кому-то написал, ну, а там несколько дней прошло, такой думаешь, ну и ладно. Вот это вот не про план. План – это регулярная, стабильная работа, в которой вы понимаете, то есть если вы за это беретесь, скажем так, нет ничего хуже, чем эффектно зайти к стейкхолдеру, кем бы он ни был, наобещать дружбу там, и все прочее, а потом надолго пропасть. Ну, то есть лучше уж тогда вообще не заходить. Поэтому план здесь, наверное, как бы вот, ну, одно из самых важных. Как определить стейкхолдеров? Ну, такие вопросики тоже, опять же, наверное, пойдем дальше, ничего секретного здесь нету. Карта стейкхолдеров, тоже я показывала коллегам про многообразие стейкхолдеров, про то, как их можно раскладывать, да как угодно на самом деле, как это, хоть в Word, хоть в Excel. Главное, чтобы вы держали в голове весь контур стейкхолдеров. А дальше вот здесь самое интересное начинается, да, когда мы понимаем весь список, всю совокупность тех людей, которые так или иначе прикасаются к нашему проекту, влияют на него, что-то от него ждут, что-то в него привносят, мы начинаем понимать,
как и, собственно говоря, там, с проектом, с бэклогом, с любой деятельностью, а на что и в каком случае нам стоит тратить больше внимания, на что меньше. Сейчас, может, так немножко цинично это будет звучать, но на самом деле, если у нас есть люди, которые там очень заинтересованы, вовлечены в проект, но не могут привнести в него никакой ценности, ни ресурсов, там, ни собственной кармы, авторитета, ну, наверное, не нужно много усилий в нее вкладывать. Если у нас проект выходит на какую-то защиту или перед выходом, ну, куда-то, в общем, важно, где вы понимаете, что будет много, возможно, там, либо негативные эмоции, либо вопросов, либо каких-то несогласий, то, наверное, стоит потратить все силы на то, чтобы, как бы, с теми, кто максимально негативно настроен, проработать. Либо наоборот, с теми, кто позитивно настроен или нейтрально, перетащить их на свою сторону. То есть здесь речь про то, что у вас должна быть стратегия работы со стейкхолдерами. Когда вы тратите на кого-то время, усилия и что-то делаете, вы понимаете, как бы, зачем конкретно на эту группу стейкхолдеров вы тратите, что вы хотите получить. Вот. Это, ну, вот варианты, опять же, да, того, кто нам нужен, зачем, сколько вкладывать усилий, ну и, собственно говоря, тут немножечко тоже затронуты механизмы вовлечения. Я воспринимаю все вот эти структуры скорее как заход или там возможность подумать о применительно уже там к моей ситуации, потому что нет, наверное, никогда там 100% релевантной, лежащей в интернете или напечатанной в книге структуры работы со стейкхолдерами, которую можно взять просто один в один как бы внедрять. Ну, то есть это не шкаф там из Икеи собирать по инструкции, да, это тут люди, человеческие всякие взаимоотношения, особенности, особенно если мы говорим про крупные компании, это еще элемент политики и всего прочего, поэтому это всегда очень мега-ручная настройка. Все эти схемы, это скорее только вот, ну, опять же, какой-то ориентир и какой-то шаблон, от которого вы можете оттолкнуться. Принимая решение, какой группе стейкхолдеров, сколько внимания уделить, какое это внимание должно быть, в каком формате оно должно быть, с какой регулярностью, именно вот прям как бы полноценная стратегия. Теперь немножко так рекомендации, условно, из моего опыта. Опять же, все очень просто, нет никаких секретов и тайных знаний. Может быть, я их просто не нашла, но, ну, вот рассказываю, что знаю. В общем, стройте разговор, исходя из интересов стейкхолдеров. Это прям, ну, как бы, очень очевидная вещь, очень очевидная. Но часто мы, находясь внутри там, проекта или какой-то деятельности, просто про нее забываем, начинаем рассказывать, ну, то есть наша мысль идет, мы там что-то думаем, и середину этой мысли начинаем людям рассказывать. Если мы говорим про стейкхолдеров, там, в первую очередь, которые являются инвесторами, держателями бюджета, людьми, принимающими решения, то часто у этих людей как бы в голове еще куча 500 дел, задач и проблем, и наш вот это вырванный из контекста какой-то кусок чего-то, он воспринимается, ну, просто мне жалко вот иногда наших топ-менеджеров, когда им начинают там что-то заливать, либо какие-то частности, либо середины что-то рассказывать, ну, просто как бы голова пухнет. Поэтому представьте или возьмите кого-то из команды и потренируйтесь на нем, что вот этот человек, там, топ-менеджер, например, или там инвестор, и вот вместе с ним вы прогоняете как бы ваш рассказ, который нужен, и смотрите, как бы вы отвечаете на его вопросы. Плюс есть еще такой момент, что интересы стейкхолдеров могут отличаться и часто отличаются, да, от интересов команды проекта. Ну, если команда думает реализовать, не реализовать, запустить, там, получить премию, я не знаю, увеличить состав или, наоборот, уменьшить, то у стейкхолдеров часто ценности вообще другие. Поэтому, ну, про это не забывайте. Есть у меня такие два примера интересных. Сейчас я покажу видосики. Ну, я вот просто это обожаю. Лучше, наверное, не проиллюстрируешь. Давай сейчас проверим. Звук есть? Есть звук? Угу. Я слышала, вас смущает какая-то комета или астероид. Расскажите. У вас 20 минут. 20 минут. Давайте.
Комета диаметром 5-10 километров прилетела из облака Оорта. Мы использовали метод Гаусса и определили орбиту с астрономической погрешностью в 0,04 угловой секунды. Стоп. Что это значит? Еще вы можете объяснить нормальным языком? Доктор Минд говорит, что прилетом на Землю летит планета. И что будет? Подъем воды? Катастрофа будет гораздо серьезнее. Цунами высотой в милю. Какова вероятность? Вероятность столкновения 100%. Ну вот здесь пример того, что часто мы со своей экспертной позиции говорим, как вот герои Ди Каприо, вот в этих подробностях. И это вообще непонятно. Ну то есть мы хотим сказать как можно больше и точнее, но начинайте с самой главной сути. Вот. Ну и фильм вообще отличный. И второй момент еще тоже. Это «Кремниевая долина». Многие, наверное, видели. Но это невозможно прекрасно. Вот ради чего вы это сделали? Где ваша компания? Что я купил? Вы купили алгоритм? Нет! Алгоритм – это продукт компании. Это я знаю. Я спрашиваю про саму компанию. Что за люди? Чем заняты? Они и правда важны? Или вы просто раздали им проценты, как этому... Это все нужно продумать. Быстро. Но вы сказали, что можете помочь нам со всем необходимым. И я думал, что как раз об этом и речь. Я не могу помочь, пока нет чему помогать. Но куда это годится? Я знаю. Он сам не знает, что делает. Вы что, отпили из пустой кружки? Да. Зачем же? Чтобы чем-то себя занять. Возвращайтесь через два дня с железным бизнес-планом, стратегией выхода на рынок и с расписанными на три года финансами, иначе никакого чека. Ради чего вы это сделали? Ну, вот здесь вот пример вообще отличный. Это как раз, собственно говоря, сериал, кто не смотрел, про то, как разработчики разработали новый алгоритм и ходят по инвесторам. Это разговор с инвестором. Это часто мы, как айтишники, там про что-то рассказываем инвестору. Еще следующий момент, как бы из рекомендаций: упрощайте восприятие, насколько это возможно. Это как бы связано, наверное, с первым пунктом. Но опять же, говорить самое главное, никаких заумных слов. Если вы думаете, что чем умнее там и экспертнее слова, тем будет лучше. Ну, иногда да, это опять же вопрос стратегии, если вы хотите показать, что вы суперэксперт, ну то да, но вообще понять человеку, конечно, это очень-очень сложно. У меня здесь были примеры наши, например, я просто их убрала, потому что не могу показывать, как у нас некоторые проекты выходят, запрашивают инвестиции, там предложение, состоящее из 4 причастных оборотов. Это просто невозможно прочитать, ну то есть и осознать. Проще ничего не дать, чем пытаться разбираться. Здесь просто вот тоже очищено как бы от контента. Основная идея про то, что мы начинали когда плотно работать с дочерними обществами, там, про проработку, например, бизнес-плана, мы вот такие вот там от руки чертили какие-то схемки, кто что делает, что в итоге получаем, потому что долго не получалось наладить коммуникацию, потому что были сложные письма или 100-500 с разных сторон задач от разных подразделений, мы это все упрощали вот так. Вот делали вот такие, например, там, слайды, в котором пошагово отмечено, что нужно сделать с презентацией, ну, конкретно, что мы рассылали, да, все удобно дублируется, там, какие слайды, там тоже, опять же, ссылочки я убрала. Это очень просто, но у нас от этого был, ну, просто грандиозный эффект. Люди, наконец, поняли из одного источника, что нужно. Следующий пункт про регулярность коммуникации. Это я говорила, ну, как бы, вот еще раз повторю, да, лучше вообще не приходить, если, чем прийти пообещать и потом уйти. Абсолютно такой как бы лайфхак мега простой, когда я начала в «Газпромнефти» работать с бизнесом, у людей не было времени со мной встречаться, слушать там какие-то мои запросы, проблемы. Я просто начала писать регулярно раз в неделю письмо,
своими заказчиками, достаточно высокоуровневые руководители, и не получала на них ответы на эти письма, ну, практически никогда. А потом в какую-то неделю не написала. И мне позвонили, говорят, ой, а где письмо? Я не знаю, что происходит вообще. При этом мне было проще решать свои проблемы. Я рассказывала в письме логику. Вот, и здесь вопрос про регулярность. Как бы случилось что-то, написали. Не случилось, просто все в норме, тоже написали, что все в норме. Это у, опять же, если мы говорим про стейкхолдеров, в первую очередь, там, инвесторов, бизнес-заказчиков, ну, ощущение создает такое, у вас все под контролем, вы регулярно пишете, все в порядке, как бы, переживать не стоит, ну и можно проблемы подсунуть, как бы, и заодно обсудить, либо там какие-то барьеры. Вот это тоже такой важный момент, что когда вы рассказываете, взаимодействуете со стейкхолдерами, тут уже будь это пользователи, сообщество какое-то, бизнес-заказчики, кто угодно, будьте всегда едины в своей там условно самопрезентации, да, ну, и должна быть взаимосвязь того, что вы говорите, как, какие инструменты используете. Ну, то есть, условно, если вы пишете там в телеге, в каком-то чатике, используете супер там такой язык административный, не сочетается. Если, ну, вот такие вот, за этим следите, потому что люди, а стейкхолдеры — это люди, еще раз повторимся, очень восприимчивы к несоответствиям. И видят сразу тогда вот эту там, ну, неискренность, да, или там дисгармонию, сочетание несочетаемого. И это очень сильно, они часто даже не могут объяснить, с чем это связано, это просто чувствуется. Вы тогда очень сильно теряете в баллах. Ну, и такие еще такие советы на листочках, цифры как универсальный язык. Если вы не можете доказать какую-то свою там правоту, но в ней уверены, переходите на цифры. Эффекты от проектов, потраченные бюджеты, потраченные ресурсы. Это общий язык, который понимают все всегда, и это всегда выручает. Эскалация на руководителя на всех уровнях, там, это тоже важный момент. Часто у нас воспринимают это как ябедничество. Нет, нужно создать такую ситуацию, в которой это будет нормально, и пользуйтесь этим. Ранних последователей, ну что здесь скажешь, да, ищите везде. Так же, как мы говорим про маркетинг B2C-шный при выводе на рынок любого продукта, точно так же внутри компании у вас всегда должны быть ранние последователи, которым вы что-то пообещаете, что-то там им будет лучше, чем остальным. А про поднятие на уровень ценности — это скорее про то, что, как мы говорили, у стейкхолдеров, у наших инвесторов могут быть совсем ценности, отличающиеся от нас, но все равно на высоком уровне как бы все хотят условно там хороших результатов, побед. Вот поднимайтесь до этого уровня, там, скорее всего, удастся договориться. За все годы моей работы был только один человек у меня, с которым мне не удалось на уровне ценности договориться. Все остальное, как бы, в общем, всегда срабатывало. Поднимайтесь выше и выше, то есть там добро, красота, деньги. Про мир во всем мире не буду, ладно. Ну, что-то такое, как бы иерархии ценностей поднимайте. Все-таки так или иначе может помочь. Ну, и помогают самые тяжелые моменты, как бы помнить, что все хотят, чтобы было хорошо так или иначе. Вот, это такую веру в человечество возвращает. У меня, наверное, время закончилось, да? Да, я уже прям сильно как бы перебрала время. Ну, как вводная часть прекрасно прозвучала, и как погружение в контекст. Я бы, кажется, просто прям еще минуту бы. Да-да-да, давайте. Важный момент про то, что это опять же мой инсайт, я не знаю, может, для кого-то это будет мега очевидно, но так как я пришла из Яндекса, да, в Газпромнефть, в какой-то момент я поняла, прямо четко осознала, это опять же не новость, да, я так рассказываю, какой-то секрет, но тут важно это как бы прочувствовать и осознать, да, все говорят про осознанность, что у нас сильно отличается заказчик и пользователь, да, если мы говорим про B2C-шный рынок, даже про B2B-шный продуктов каких-то, которые мы продаем, всегда есть пользователь, который, по сути, нам и дает деньги, для которого мы делаем хорошо. В ситуации промышленных компаний деньги нам дает бизнес, а пользуются этим совсем другие люди. И про это всегда нужно помнить, потому что человек, который занимается цифровизацией проектами, он должен уметь балансировать, как в цирке. Если он сделает
офигенно, классно пользователям, но это будет за огромные деньги для бизнеса, неудача. Если он сделает как хорошо бизнесу, иногда мы все знаем, приходит бизнес и говорит, я хочу вот здесь красную кнопку. Я такой, зачем, почему? Я хочу дашборда. Зачем тебе дашборд, господи? Ну, там, это модно, например. Вот. Но сделаем плохо пользователю, то это будет мертворожденный проект. И мы всегда про эту особенность должны помнить. И как раз вот здесь две чаши весов с разными стейкхолдерами. А успех как бы улыбается в том случае, когда ты умеешь этим балансировать. Ну и, собственно говоря, это вот про то, что я и говорила, да, что мы всегда как бы несколько страдаем такой раздвоением личности, что должны угодить и одним, и вторым, при этом как бы ориентиром для нас все равно являются эффекты, да, то есть мы объясняем иногда бизнес-заказчикам, что если мы сделаем неудобно для пользователя, он не будет заходить, мы можем потратить все деньги мира, но это будет как бы нулевой эффект условно, или проблемы, с которой постоянно сталкиваются там. Мы должны сделать эту задачу как enabler. Она, ну, никаким образом вам не видна. Вы, к сожалению, не сможете ее показать там на каких-то советах директоров. Но без нее там, ну, не получится дальше двигаться. Это наша с вами задача как бы вложить в голову стейкхолдеров, да. И вот здесь интересный такой момент, если мы говорим там про IT-направление. Здесь интересный момент, что мы должны обучать тоже стейкхолдеров, то есть серьезных людей, про бизнес-заказчиков в первую очередь, с большим опытом, мы должны рассказывать, что там нужно делать рефакторинг, что когда вы вкладываетесь в качество данных, это почти не видно, да вообще никак не видно, что дашборд — это не красивая картинка на темном фоне, а это огромные массивы данных, обработать которые нужно дофига денег, но никаким образом это не увидится. Ну, то есть это на самом деле просто, ну, больной такой вопрос, я думаю, все согласятся, но не делая этого, как бы дальше что-то развивать невозможно. Все это уже у нас было в работе, как, пока я рассказывала там своим коллегам. Все, спасибо. Спасибо, очень интересно. Да, Екатерина, спасибо большое. Далее передаю слово. Напомню, с нами была Екатерина Дубровская, «Газпромнефть». Также у нас сегодня с нами Глеб Ивашкевич. Также потом, мне кажется, Владислава тоже видела среди... Кто включился? И... Саша, ты пропала. О, пардон, да-да-да. Далее у нас, получается, Владислав Ким, и потом Александр Смирнов тоже сможет, да, дать комментарии. Александр, правильно? Ну, я вообще без доклада пришел пообщаться, возможно. Вот как раз, да, мы с Александрой начнем уже бурное обсуждение. Глеб, тебе слово, включайся, слайды. Так, сейчас я включу слайды. Угу. Видно, да? Да. Окей, отлично. Добрый день всем. Я расскажу практически о том же, только немножко с другой стороны. Наверное, будут какие-то пересечения, я на них поменьше времени выделю, а на то, что отличается, побольше. Я назвал так чуть-чуть фривольно доклад, как сделать ML-проект промышленности не сойти с ума, потому что с ума там, в общем, довольно легко сойти, если делать неправильно. Вот, сейчас мы поговорим в таком, наверное, довольно расслабленном тоне, о чем здесь речь. Давайте я сначала расскажу вообще, чем занимаемся и почему я вообще об этом рассказываю. Мы, в общем, задачами разными в промышленности в том числе и занимаемся. То есть всевозможное прогнозирование непрерывных показателей, ну, то есть то, что вот Екатерине, наверное, понятно хорошо в нефтехиме, там все практически непрерывное, чтобы потом можно было что-то оптимизировать и так далее. Кроме этого, еще есть... часть работы по спутниковым данным, лидарам, аэрофотосъемка, ну, в общем, все то, что снимается, либо снимается сверху, либо выглядит так, будто его сняли сверху, да, там в случае лидара это выглядит так, будто сверху, на самом деле снимается там чуть сложнее. То есть разные мы сами проекты делали и в промышленности, и в энергетике, и, собственно, в лесной промышленности, в смысле, и в промышленности обрабатывающей, и в энергетике, и в лесной промышленности. И вот вместе с EA Today мы еще и соревнования для Сибура делаем ежегодное, которое Сибур Челлендж называется. То есть там, собственно, я конкретно отвечаю там за подготовку задач, такие, в общем, всякие вещи. Я этим занимаюсь довольно давно, и раньше занимался физикой. Вот, то есть это такой сдвиг
в близкую отрасль в каком-то смысле, но, в общем, данные есть данные, временные ряды есть временные ряды, хоть в физике, хоть в промышленности, синергия тут довольно высокая. Давайте я сразу объясню, в каком контексте я буду говорить, потому что он отличается от того, о чем Екатерина говорила. Во-первых, мы говорим о внешних проектах. То есть вот я подрядчик, условно. Есть некая компания, ну да, давайте, допустим, «Газпромнефть» вот в данном случае, раз мы тут все собрались. И я как внешний подрядчик делаю что-то с машинным обучением внутри. То есть мы сейчас не говорим об IT вообще, я на этом как бы отдельно остановлюсь, почему именно такие проекты отличаются. То есть мы говорим о машинном обучении, внешний подрядчик, ну и это промышленность, в общем, какая-то обрабатывающая промышленность, да, может быть, там нефтехимия, металлургия, не так это принципиально в данном случае. Еще один нюанс в том, что это машинное обучение, в котором нет вот какого-то готового продукта, который вы купили, поставили. То есть если это Computer Vision, там очень часто есть много, рынок большой, много готовых каких-то решений, уже камер там с мозгами на борту, которые, в общем, надо только поставить и внедрить. Мы здесь говорим чуть-чуть о другом, о проектах, которые вот прям надо брать и с нуля делать. То есть нужно вникнуть в задачу, понять, что происходит, как это правильно делать, как сделать так, чтобы все получилось и так далее. То есть вот такой контекст. То есть он немножко отличается. Мы сейчас, я не буду говорить о том, как вот внутренним заказчикам, да, продавать и с ними общаться, главное. Я буду говорить о том, как с внешним заказчиком общаться. Это, мне кажется, я, может быть, не прав, потому что изнутри я этого никогда не делал, но мне кажется, что это немножко сложнее, есть как бы особенности свои и риски свои. Первая, самая важная особенность, о которой надо помнить в данном конкретном контексте, что машинное обучение и разработка ПО – это очень разные вещи. С точки зрения клиента может выглядеть, ну, вы и в том случае какой-то код пишете, что-то там делаете, как-то там это все оборачиваете, в облаке там делаете какие-то системки, которые что-то считают. То есть внешне выглядит очень похоже. Но по сути разница огромная. И основное различие в том, что для разработки ПО, ну, все-таки этим много уже лет мы все занимаемся, и мы понимаем, как там более или менее точно посчитать и сроки, и бюджеты, и необходимые силы и средства, так сказать. А в ML все немножко сложнее, потому что неопределенность там намного выше. То есть каждый проект с машинным обучением внутри, я сейчас не говорю там о машинном обучении на уровне линейной регрессии, а что-то сложное, да, когда там, может, нейронные сети какие-то, может, еще что-то. То есть какой-то достаточно серьезный проект. Неопределенность там, как правило, очень высокая. Вы заранее не знаете, чего вы сможете там добиться. Это такое всегда небольшое научное исследование. Это неизбежная особенность, вы никуда от нее не уйдете. Это просто мир так устроен. Второй нюанс в том, что это немножко сложнее как бы продавать, да, то есть все менеджеры, они уже привыкли к софту самому разному, облачному, необлачному, неважно какому, для любых целей и задач, им всегда это плюс-минус можно как-то объяснить. Здесь это какая-то такая вот сложная штука, какая-то черная коробочка, непонятно как работающая, довольно сложно работающая, не всегда просто можно на пальцах даже объяснить быстро, можно объяснить не быстро, но об этом потом я пару слов скажу. Ну, в общем, это немножко сложнее вот продать, в кавычках продать. Не в том смысле, что вот, чтоб сказали «делай», да, а чтобы объяснить, что вы можете быть как-то в этом уверены, да, то есть всегда сохраняется какой-то вот какая-то тревожность у всех, что вот оно, как оно работает, что там такое внутри происходит, непонятно. Вот это две таких важных с организационной точки зрения особенности машинного обучения от вообще какой-то разработки, там, ПО, неважно какой. И они очень много определяют. Второе, в каком-то смысле связанная особенность, она есть и для обычного ПО, но здесь это прям вот, ну, как бы фундаментальная вещь. Если вот есть команда, которая делает машинное обучение, да, там со всеми свистелками и всем, что нужно, да, то есть под ключ, да, и модельку натренировали, и развернули, и так далее, и так далее. Есть, собственно, стейкхолдер тот самый, да, со стороны заказчика. Вот надо всегда помнить, что разговор идет на разных языках изначально.
И задача заключается в том, чтобы как-то сблизиться, да, то есть начали говорить плюс-минус на чем-то общем. То есть инженеры, ну, а в широком смысле, да, все, кто занимается машинным обучением, они инженеры, там можно по-разному называть, там дата-сайентисты, ML-инженеры, это все сейчас неважно, дата-инженеры, они, в общем, инженеры, да, они склонны вот к такому техническому, детальному описанию всего, и финальный результат у них это какая-то метрика, да, вот там точность, допустим, да, или ошибка прогноза, да, вот чем меньше ошибка, тем лучше, чем выше точность, тем лучше, но вот это вот они понимают. У стейкхолдеров совершенно другой разговор, вот им интересен эффект, вот что там будет в нижней строчке, да, если мы вот это внедрим, что получится. А вот эту всю технику они не очень понимают, почти всегда я, по крайней мере, не сталкивался с тем, чтобы люди со стороны бизнеса сразу это понимали. То есть кто-то, кому-то интересно, он задает вопрос, интересуется и в общих чертах начинает понимать, тогда можно чуть-чуть ослабить галстук и уходить в какие-то детали. У кого-то на это времени нет, но так или иначе, изначально позиции разные, да? То есть разговор ведется изначально на разных языках. И вот из этого как бы различия языков в том числе проистекает, ну вот я это называю главное уравнение проектов с машинным обучением, да, всегда есть затраты и то, что получится эффект от этого проекта, да, то есть на разработку и внедрение уйдут какие-то деньги и какой-то экономический эффект будет. Проблема в том, что этот эффект будет только если во время разработки будет достигнуто какое-то пороговое значение, там, допустим, точности прогноза, да, вот если оно ниже, тогда эффект будет меньше, и он окажется ниже, чем затраты на разработку и внедрение. То есть всегда нужно чего-то добиться. Не всегда заранее известно, чего именно, да, это нужно посидеть и посчитать вместе. Но вот это то, о чем надо помнить, что вы как бы находитесь в ситуации неопределенности, и изначально вы не знаете, в какой ситуации неопределенности вы находитесь. И, в общем, если все это просуммировать, то главная мысль тут такая, вот, все, ну, по крайней мере, все, что я встречал, да, все проблемы в проектах, у которых внутри машинное обучение, возникают либо потому, что неправильно вот здесь поработали, либо потому, что вот здесь неправильно поработали. Сейчас я попробую как бы объяснить, что я имею в виду. То есть так или иначе, вот либо эта особенность выстрелит в ногу, либо это. Вот либо это, что-то одно. В большинстве случаев бывают, конечно, ну просто какие-то вещи там стало неинтересно, допустим, поняли, что это вообще не нужно делать, проект там заглох, да, по какой-то не связанной с проектом причине, там, общее сокращение бюджетов, еще что-то такое. Такое бывает, понятно, но мы сейчас не об этом. Мы говорим о причинах, которые изнутри проекта идут. В общем, почти всегда вот что-то из первого или второго выстреливает и выстреливает в плохом смысле. Начнем, собственно, с машинного обучения. И тут как бы мне... Я не очень понимаю в аудитории, какое количество людей со стороны как бы инженерной, какое со стороны бизнеса, но придется всем послушать обе части, поэтому если вы со стороны бизнеса и вот это вам не будет понятно, ну, можете пока просто вполуха слушать. С машинным обучением... Да-да? Глеб, очень важно, что у нас многие смотрят в записи, поэтому даже если мы сделаем опрос, то мы здесь больше. Это ни о чем не скажет, понятно. То есть если вы со стороны разработки, здесь как бы часть этих ошибок мы сами делали, некоторые даже и не раз. Это, в общем, отрасль не такая старая, поэтому тут еще ничего страшного в том, чтобы какие-то из этих ошибок допускать. Но вот то, что встречается очень часто, это я это называю необоснованный оптимизм. То есть вот мы хватаемся там за прогнозирование чего-нибудь происходящего там в каком-нибудь химическом реакторе, и мы уверены, что все получится, да еще и получится вот конкретно так. Да? То есть мы обещаем, что вот там мы будем это прогнозировать вот с такой-то точностью, там плюс-минус, да, а все будет замечательно, все хорошо получится. Ну, так не бывает чаще всего. Во-первых, точно неизвестно, как я сказал, это всегда такое небольшое научное, полунаучное исследование, да, полуинженерия, полунаучное исследование. Да. Вы не знаете, какого результата получится добиться. Может быть, очень высокого, может быть, нет. Может быть, что-то среднего. Заранее
тяжело сказать. Если кто-то говорит, что вот мы на этой задаче получим точность вот такую-то и не меньше, либо человек как бы очень сильно заблуждается, либо задача слишком простая, поэтому там плюс-минус все понятно. Поэтому лучше немножко в задаче покопаться и потом уже говорить, что будет. То есть ошибки тут три. Обещать что-то заранее, прыгать в омут с головой, не вникнув, а что там вообще происходит. Может, там на дне этого омута там арматура лежит, прутья какие-то торчат, и вы себе голову просто расшибете. Считать, что с данными все хорошо. Вот это вот тоже очень часто происходит. Причем, что забавно, очень часто клиент говорит, да с данными все отлично, мы там собираем и то, и то, и то, и то, все вообще супер хорошо, мы просто их раньше не использовали. Я это слышал очень много раз. Но вообще с данными все хорошо. Вот это прям такой плохой признак. Плохой, потому что мы собираем данные, у нас с ними все хорошо, но мы их раньше не использовали. Это обычно сигнал о том, что люди просто не знают, какие у них там проблемы. Они не пытались с этими данными работать пока, особенно если вот, ну, как бы в компании нет какого-то длинного трека вот, применения там, какой-то сложной аналитики, машинного обучения. И люди просто не знают. Ну, оно же собирается, там к установкам разные датчики там подключены, все куда-то там валится. Все, вроде бы данных много, да, вот начинаешь копаться, а там плохо дело по разным причинам, потому что качество данных – это такая сложная очень тема и большая. Знаешь, вот что он сейчас как раз-таки говорит? Ошибки ML. Знаешь, что это? Необоснованный оптимизм. Обещат конкурентный результат заранее. Вы включились, наверное, не собираясь включаться? Да, случайно. Обсуждаю просто с коллегой параллельно немножко. Ага, окей. Ну, вы тогда пока микрофон выключите. То есть вот это вот три как бы таких частых, очень распространенных ошибки со стороны команды разработки. Они, естественно, проекту вредят всегда, обычно фатально. То есть если вот вы все три допустили, это плохо закончится вот почти наверняка. Почему? Потому что вы не знаете, что получите, вы не знаете, чего вы не знаете, и с данными, скорее всего, будет плохо. И об этом вообще может никто не знать, всем может казаться, что с данными все на самом деле хорошо. Как правильно, да? Во-первых, ну вот вместо необоснованного оптимизма лучше быть обоснованным пессимистом, да, ну или реалистом, давайте так это назовем. Во-первых, нужно с людьми говорить, да? Объяснять, что, видите ли, машинное обучение, оно так не устроено. Это не разработка ПО, где вы можете поставить техническое задание, и плюс-минус вы в него попадете. Понятно, что и в разработке ПО там меняется по ходу дела что-то, да. Но, в общем, в ТЗ попасть не так сложно, если оно нормально сделано, разумно обосновано, да. Здесь как бы возможны варианты. Может быть, вообще ничего не получится. Ну, нет сигналов данных. Ну, вот что тут сделаешь? Природу же не обманешь. Поэтому об этом надо постоянно говорить. Если просто объяснить не получается, скажите, окей, давайте мы вот вам сейчас вот сами просто придем к вам на полдня. Вот сядем все там в одной переговорке, и мы вам такую экспресс-лекцию прочтем, вернее, там 2-3 лекции, да, там часа на 4, да, и объясним, как это все устроено, чтобы вы понимали. Потому что очень часто, особенно, ну, опять же, если нет какого-то истории какой-то, да, проектов с данными, с машинным обучением, у стейкхолдеров могут быть такие радужные представления, как какой-то магии, да, вот там во всех СМИ, там, технических, околотехнических столько об этом говорят, что кажется, что это вот просто какая-то палочка-выручалочка, которая всегда работает и дает какие-то феноменальные, фантастические результаты. Это не так. Обычно все сложнее, гораздо кровопролитнее, и сделать хорошо довольно сложно. И об этом нужно говорить вот прям с самого начала, да, что вот я думаю вот сейчас, на данном этапе, что мы попадем куда-то вот в этот диапазон, да, по точности. Этот диапазон достаточно широкий. Поэтому давайте мы вот сейчас сделаем коротко, там, ну, в зависимости от проекта, это может быть месяц, может быть два, может быть две недели, смотря какая сложность. Давайте сделаем то, что называется feasibility study, то есть как вот математики, да, они могут доказать теорему, а могут доказать, что она, в принципе, неправильно сказал, можно найти решение, можно доказать, что оно существует. Да, вот feasibility study – это, собственно, для того, то есть доказать, что, в принципе, задача решаема с тем ожидаемым эффектом, с теми данными, которые есть и так далее. Таким образом, вы не попадете в ситуацию, когда вы полгода работали, и через полгода вы понимаете, что
ничего не будет, ничего не получится, сигналов, данных нет для этой задачи. И тогда вы приходите с покаянным лицом к клиенту, ну или внутреннему, или внешнему, неважно, и говорите, что вот не получится, деньги потрачены зря, время потрачено зря. Ну и главное, собственно, всегда ждите худшего. Будут проблемы с данными, эффект будет за шумом прятаться, потому что во всех данных есть шум, и обычно никто же не берется за машинное обучение, когда там операционная эффективность, ну, в условных каких-то попугаях, да, там процентах, там 50%, допустим, да, то есть установка может работать там 100% в идеале, такого никогда не бывает, а сейчас она работает 50%, никто не будет браться за машинное обучение, это вот территория как бы классической оптимизации, там, самая обычная, да, то есть за машинное обучение берутся как будто уже, чтобы там выжать все соки, да, из ситуации, и обычно это там, ну, вот было, там, простой, допустим, был 12%, давайте попробуем его уменьшить до 10%, да, и на таких масштабах вы легко ниже шума попадете. Такое может быть. И надо заранее, собственно, и ожидать, что так и будет. Да? То есть будьте пессимистами, честно об этом говорите, как это все устроено, и будет в итоге проще. Потому что иначе будут завышенные ожидания и по тому, чего добиться, и по тому, как быстро это будет сделано. Да? Будет непонимание того, что происходит. Ну, в общем, вот будут проблемы. Вторая часть – это, собственно, про коммуникации. Ну, вот Екатерина об этом говорила. Первое – это вот прям большая такая проблема, когда вот стейкхолдер, он не вовлечен. Ну, часто там времени не хватает. Хотя, ну, разные бывают ситуации. Бывало, что там как бы технический директор там довольно крупной компании, он вот каждую неделю вот как по будильнику приходит на звонки, интересуется, потому что там это первый проект с машинным обучением, человеку интересно, он задает вопросы и так далее. Бывает наоборот, когда вот главный, кто в итоге должен поставить свою условно подпись, да, что да, мы это выпускаем в продакшн. Ну, вот у человека нет времени, он там раз в два месяца показывается и каждый раз обнаруживает кучу всего нового. То есть за два месяца много чего произошло, начинаются вопросы, а почему так, а почему так. То есть за вот это время, пока у человека не было возможности следить, много чего произошло, много инженерных решений было принято, какие-то из них были обоснованы, может быть, даже и все. Но вот так сразу приходит человек через два месяца, а там уже все куда-то выросло, все как-то по-другому. И это обычно создает проблемы. То есть приходится все заново объяснять, куда-то возвращаться, может быть, что-то делать по-другому и так далее. То есть вот это вот не стоит такого допускать, да, то есть надо как-то вот стараться, чтобы человек либо был в курсе, либо вот как-то за руку его, если это возможно, прям вот тащить на звонки, чтобы слушал хотя бы, может, там вопросы не задавал, если вполуха слушает, но хотя бы хоть как-то ко всему этому прикасался. Второе, опять же, я тут повторяю за Екатериной, это переусложненный разговор. Ну, то есть куча каких-то деталей, которые очевидно, что слушатель понять не может, так быстро, по крайней мере. Да? И тем не менее, вот в них уходят. То есть я стараюсь, ну, наверное, не всегда получается, но вот там, если это какой-то еженедельный или там двухнедельный звонок, вот с результата, первый слайд – это результат. А потом уже, да, там много ведь людей может быть на звонке, не только вот главный человек, который даст отмашку, что все окей, но еще там разные технические люди и так далее. То есть вы все детали на потом откладываете. То есть если зададут о них вопрос, вы о них расскажете. Третье. Большая очень ошибка считать, что вы полностью друг друга понимаете. Нет, вот не понимаете. Вот почти всегда вам, вы даже согласились, что да-да, в итоге в вас отложилось что-то свое, как у условно инженера, да, или полуинженера, полуменеджера, если вы там тимлид, допустим, или PM со стороны разработки. А у стейкхолдера отложилось что-то другое. И часто бывает, что это очень сильно разные вещи. Хотя на словах вы вроде бы как бы согласились, что вы об одном и том же. Но у всех отложилось вот по-разному. Поэтому пишите там мема после звонков, да, вот там в имейле или где вы общаетесь, там в Slack, в Телеграме, неважно. То есть вот как бы
фиксировать. И очень часто оказывается, что вот звонок закончился, ты написал мемо там через полчаса, закинул его, и тут же, нет, а как же, вот тут же не так-то совсем мы обсуждали, но вот вы думали, что так, и вроде бы человек вам сказал, что так, а на самом деле он понял по-другому. Это сплошь и рядом бывает, я думаю, что это не только в ML, это, собственно, в разработке ПО такое тоже очень часто бывает. Ну и последнее, собственно, недоверие. Отрасль такая нетривиальная, ее на пальцах объяснить сложно, поэтому тут надо понимать, что вам не будут доверять. Может быть, будет негатив какой-то, что это вообще, вот как это все вы нам показываете, такое непонятное, оно чего-то вот делает, ничего не понятно, все плохо, давайте все это бросать. Да? Но это тоже, в общем, более или менее привычное дело. Что со всем этим делать? Ну, опять же, кроме вот того, вот объясняйте, да, настаивайте на регулярной коммуникации. В зависимости от проекта, это может быть там полчаса в неделю, час, две недели, ну, то есть все зависит. Пардон. Но так или иначе, настаивайте, чтобы тот человек или та группа людей, да, то есть у нас, видите, немножко... Я отступление сделаю, немножко отличается понимание того, кто такой стейкхолдер. То есть для меня это человек, который в итоге скажет вот да, вперед, да, поехали. Понятно, что там со стороны клиента много людей может быть вовлечено. Те, кто отвечает за IT, за данные и так далее, да, какие-то просто вот отраслевые, да, эксперты в кавычках, то есть люди, которые непосредственно с оборудованием работают, которые там на какие-то технические вопросы могут ответить. Но так или иначе, есть кто-то один, ну или там один-два человека, которые скажут, что да, вот это уже готово, давайте запускать. Вот их я называю стейкхолдерами. То есть это не все вовлеченные, не все заинтересованные, а вот те, кто финально принимают решения. ЛПР, да, вот как это принято сокращать. Как эта регулярная коммуникация организована, понятно, ну, это зависит очень сильно от компании и возможностей, кто, собственно, принимает со стороны компании решение, насколько высоко этот человек в иерархии находится. То есть, если это вот совсем высоко, то понятно, что, ну, скорее всего, почти всегда не сможет там каждую неделю на звонки приходить, кроме случаев, когда вот есть какой-то просто интерес на человека, да. Но старайтесь там, имейлы, мемы после звонков, ну, то есть, чтобы постоянно поддерживалось понимание, чего происходит. Если вы это отпустите на месяц, на два, там, на пять недель, на шесть недель, потом будет очень много вопросов, непонимания и проблем. Второе. Надо всегда помнить, что в гостях вы, а не вот человек, который принимает решение. Потому что, ну, это же бизнес, правильно? У бизнеса есть, в общем, финальный интерес один – деньги. Прибыль, то бишь. Сделать красиво, понятно, что даже когда говорят, что вот мы хотим, чтобы там чего-то вот было очень хорошо, да, понятно, что так или иначе это в каком-то смысле обертка для того, чтобы в итоге получить прибыль. И тут надо сделать какое-то над собой усилие, часто непростое. Тут я как бы как инженер соглашусь, чтобы вот перейти на ту территорию и начать на этом языке хотя бы какую-то часть времени разговаривать, да. То есть если стейкхолдер что-то не понимает, ну вот значит надо объяснять, как-то переводить с одного языка на другой, то есть... сделать так, чтобы либо понял, либо смирился и согласился, да. Ну и, собственно, упрощайте, да. Насколько возможно, настолько упрощайте, но не теряя сути, естественно, конечно. Так, ну это, пожалуй, в общем, все. Так я постарался как-то легко и коротко. Надеюсь, я времени, ну, почти не перебрал, да? Будем, Саш, к вопросам переходить или... Мне кажется, можно тогда... Владислав Ким с нами. Сейчас я посмотрю, если Владислав готов включиться. Да, я готов. Можно я прям 5 копеек ставлю своих? Да. Мне очень понравилось, что Глеб сказал, я хотела бы это тоже еще как бы всем подсветить. Не очень приятно говорить правду бизнес-заказчикам, и мы как раз сталкиваемся, что бывает такое, что подрядчики это не делают. И спасибо Глебу, что он это делает. Ну, то есть нужно говорить, что у вас, скорее всего, фигово с данными, да, и про пессимизм. Мне это очень нравится. У нас часто бывает история, когда приходит подрядчик и рассказывает, что да, мы все сделаем, показывает вот этот дашборд фигни, сделанный на темном фоне, и, ну, как бы обещает это все сделать, потом приходят через месяц заказчики и говорят, а где, я уже видел,
ну вот вы мне на экране показывали работающий дашборд, и ты начинаешь объяснять, что дашборд это не фигменно отрисованный интерфейс, это объемы данных, которые у вас недостаточного качества, нету там всех необходимых, и вот здесь как бы у наших стейкхолдеров часто долго приучили к тому, чтобы все хорошо, все есть. Это неправильно, потому что потом это все выливается в такие фантастические проблемы, которых вообще... А Глеб, спасибо вам большое, что вы подсвечиваете и говорите правду заказчикам, и про пессимизм мне очень нравится, особенно что касается данного и машин лёрнинг, это прям я плюс 100-500. Спасибо. А подскажите, да, Глеб, давайте, может, вопрос спросить, можно задать сразу. Просто по данным, просто больная тема, и вы сказали, что действительно приходите, ну, заказчик зачастую не понимает, что у него проблемы с данными, но проблема в том, что он вам говорит сразу на, там, на старте проекта, что данные не ваша проблема, не волнуйтесь, данные будут. Ну, понятное дело, что там вы рано или поздно их дойдете, и будут проблемы. То есть вот как вы это отруливаете, эту ситуацию, я не совсем понял. Так, так, так и отруливаем. То есть мы говорим, что, вы понимаете, исторически известно, что это не так. Что... У меня все хорошо. Данными... Давайте дальше. Хорошо, окей. Окей. Если так не получается, надо тогда уходить вглубь. То есть у нас есть проект, который требует раз, два, три, четыре. Условно говоря, вам, чтобы... что-то предсказывать, да, у вас шум должен быть меньше вашей точности, да. Вот вы говорите, ну, давайте посмотрим, хорошо, вы говорите, что все окей, что все получится, все будет замечательно. Давайте какой-то простенький критерий выработаем, что такое замечательное. Вот возьмем там за недельку, допустим, данные. Сейчас вот прям это же несложно сделать. Ну, или там к следующему звонку, это зависит, конечно, там сложно, несложно. А давайте вы выгрузку сделаете, и мы... проверим, а оно правда вообще так, или может как бы есть ситуация. То есть если человек упирается, ну не человек, а как бы клиент упирается, значит надо идти вглубь, ну а что тут еще сделать? То есть, нет, ну понятно, что там может быть обычно там, тестовые модели есть, но они на выборках каких-то уже там наиболее там, качественных наборах данных, да, наиболее опробованных. Потом, когда идет тиражирование, возникают проблемы. Просто тут смотрите, уже, да. тут есть два аспекта. То есть первый, он технический. Да? Вот уходите вглубь и ну, давайте посмотрим на данные. Раз вы говорите, что все хорошо, давайте глянем. Там, ну, самое банальное, пропуски, это мы даже не обсуждаем. Это вот такая примитивная проблема. Да? Бывают проблемы гораздо хуже, когда там что-то один источник с другим не сходится. Да? Одни считают, что тот источник правильный, другие считают, что тот источник правильный. И пойди потом докажи, что вот на этом источнике у тебя эффект есть, а на вот том источнике эффекта не видно, и кто прав. Но это уже сложная вещь. Есть тут, конечно, еще политический момент. То есть сидит кто-нибудь из IT и говорит, с данными все отлично. А ты человеку говоришь, вот, ну, я в этом не уверен, и мы бы хотели в этом убедиться, прежде чем начинать. Но руководитель там, ну, это может быть IT, а может быть отдельный там по данным какой-то департамент, да. Для них-то это ведь немножко другая ситуация, вы им как бы на пятку наступаете, они-то всегда, скорее всего, рассказывали наверх, что все у них шикарно, замечательно, да. Ну, упирайтесь, стойте на своем. Лучше вам скажут, что нет, мы этот проект делать не будем, чем вы вяжетесь, потратите кучу времени и денег, и потом вам скажут, о, не, ну что-то все очень плохо, короче, мы не будем разворачивать, вот как бы аванс вы получили, давайте на этом закончим, да. Лучше вы сразу упретесь рогом и не начнете проект, если у вас нет... Ну, я, понятно, я здесь рассуждаю как бы снаружи, да, изнутри тут как-то это, наверное, иначе выглядит, да. Так вот, лучше вы упретесь сразу, да, вот нет, пока мы не убедимся, что с данными хорошо, мы в это не прыгаем. Вам скажут, нет, тогда все. Вот лучше так, чем вы прыгнете, увидите, что как бы прыгнули вы не туда, там вот на дне вот арматурины ржавые торчат, там битое стекло и так далее. Это будет гораздо хуже. Вот гораздо хуже. Я прям Глебу аплодирую стоя, и вообще прям были бы мы офлайн, я бы вас прям даже обняла, насколько я сама солидарна. Не, ну, и вот это вот, кстати, классная штука про то, что сказать, принесите данные, и, скорее всего, их даже не смогут принести к следующей встрече. Uh-huh. И это будет так показательно. И вот можно короткую историю, когда только перешла из Яндекса в Газпромнефть и встретилась с бизнесом, заказчиками, ну, с бизнес-заказчиками, они говорят... А, ну ты же, ну там, вы же с Яндекса пришли, давайте сделаем поиск внутренний, ну вот такой же, как Яндекс или Google. Я говорю, нет,
В смысле, его не будет. Они такие, ну что ты, ну вы же знаете, давайте сделаем. Я говорю, смотрите, я сейчас остаюсь здесь с вами в аудитории, разговариваю. Если мы договоримся сразу, что такого поиска никогда не будет внутри компании, просто потому что в этом нет необходимости. Это жутко дорого, как бы, без смысла. Такого не будет. Если вы хотите такое, я ухожу. Это прям правда очень больная тема, особенно что касается данных. У нас она тоже вот такая, и история про то, что принесите, покажите, что у вас есть, скорее всего, даже не смогут принести. И тогда всем все будет понятно. Про политический момент тоже абсолютно согласна, но тут же, вот я говорю, тут же согласна, что чем дальше вы заметаете под ковер эти проблемы, потом все закончится тем, что вы будете руками в Excel все это собирать и загружать ночами и загружать какие-то там дашборды, чтобы хотя бы что-то было. Ну, не надо так. То есть это всю отрасль очень сильно просаживает. Ну, часто приходится, если вот так, ну, я как бы по собственному опыту говорю, то есть тут вот эти все рассуждения о том, что лучше рогом упереться, они, в общем, из собственных шишек во многом. Потом просто приходится какой-то паллиатив искать. Ну, то есть Excel не Excel, но паллиатив, который сильно хуже, чем то, на что вот рассчитывали в начале. Он, может быть, даже как-то работает, но это вот прибито гвоздями, там замотано скотчем, ну, в кавычках, конечно. Может, как-то работает, но, в общем, удовольствия от этого мало. А сил обычно будет потрачено намного больше. Поэтому лучше изначально вот разведать ситуацию, да, понять, что происходит на самом деле, и тогда уже прыгать. Не, ну, это классная история, я тоже на заметку взяла. Принесите, какие данные есть. А что вы имеете в виду про принести данные? То есть, когда мы говорим про там Big Data, да, мы говорим там про данные с десятков тысяч датчиков. Ну, с каких-то они отлично идут, с каких-то плохо. То есть, данные с одного датчика имеется в виду принести или что? Ну, это от задачи, конечно, зависит. То есть, условно говоря, если... Давайте какой-нибудь сейчас пример придумаем. Ну, давайте. Вряд ли там на какой-то на ограниченном объеме данных имеет смысл вообще. Давайте простой какой-нибудь predictive maintenance, например, да, чтобы там не уходить, там какие-то там катализаторы какие-нибудь, еще что-то. Вот predictive maintenance. Он говорит, вот мы хотим там за какое-то время, там, не знаю, за трое суток, допустим, видеть сбой там чего-нибудь. Вот, и ты задаешь первый вопрос, а у вас сколько сбоев в год, допустим? Люди начинают чесать голову, да, а это критический вопрос, потому что сколько событий-то? То есть если, условно говоря, такие сбои происходят каждую неделю, а данные собираются полгода, то, ну, как бы задачи нет, например, потому что очень мало событий. Если такие события происходят каждую неделю, данные собираются 10 лет, тогда разговор есть. Так ты говоришь, окей, хорошо, а что, по-вашему, там влияет больше всего на эту ситуацию? Вам что-то называют? Часто те, кто непосредственно с оборудованием работают, они довольно неплохо понимают, в чем проблема, да, просто оно настолько там либо высокочастотное, либо настолько сложные зависимости, что их интуитивно как бы понятно, а использовать в управлении машиной уже нельзя. Из головы нужна какая-то система аналитическая. Ну вот приносят, ты смотришь там дыры, пропуски, какие-то выбросы там чудовищные, как-то почистил, ну, наверное, можно, допустим. То есть, по крайней мере, все проблемы известны. Тут дело не в том, что я, может, как-то неправильно сформулировал, дело не в том, что данные должны быть идеальными. Дело в том, что качество данных должно быть известно заранее, потому что только так вы сможете оценить, от чего вообще можно сделать, от чего нельзя. Вот тут можете как-то там недостаточно точно выразился. То есть, если данные совсем плохие, понятно, как бы совсем плохо, это вот просто нет разговора. Обычно это вот что-то вот такое вот посередине между нормально, между хорошо и плохо. То есть проблем достаточно много, но эти проблемы известны, и их как-то можно обойти там с той или иной степенью ловкости. Вот здесь об этом скорее речь. И если вы попросите данные, если вы увидите, что вам их быстро выгрузили, например, это значит, что люди в принципе туда заглядывали, есть какие-то вот способы уже наработанные, как эти выгрузки делать и так далее, и так далее. Если начинается все там с нуля, люди придумают, ой, а как же нам эти данные выгрузить? Ну вот, скорее всего, там все будет и с качеством тоже плохо, потому что никто туда не заглядывал настолько, что даже не придумал, как выгружать-то просто, ну, каким-то простым, известным способом, да. Вот, ну, я немножко так это в сторону уплыл.
Спасибо, Глеб. Помогает заказчику спросить, а кто отвечает своими KPI за корректность данных? И отсюда вилка. Нет KPI. Нет ответственности. Нет корректности данных. Вторая вилка. Есть KPI, есть ответственность. Есть желание сделать хороший KPI. Ну, да, да. Просто вот в своих проектах иногда сталкиваемся, что когда и покупатель с высоким уровнем зрелости, это кто-то из руководителей IT, и пользователь системы, и пользователи IT, и они все понимают, что те данные, на которых, которые они собирают там, по десяткам тысяч машин, это не то, что должно быть по регламенту там, и по их ожиданиям. Просто вот вопрос про данные, это вот прям вот боль вот всех моих проектов, особенно когда заказчик говорит... Не только ваших. А пишите, пожалуйста, давайте success fee историю такую. Что вы нам внедрите, а мы как-то что-то оптимизируем. Но тут надо понимать, что не всегда те, кто отвечает за KPI, и у них написано, что с данными все нормально, ну, не мне вам рассказывать, вы лучше меня понимаете. Данные – такая штука, которую понять, как с ними дела вообще, да, может только специалист. А люди, которые не погружаются, ну, тут вот такое поле для манипуляций достаточно широкое, поэтому KPI в каких-то случаях, конечно, выручают, но не во всех. Я вот все-таки согласна с тем, что покажите, что у вас есть, с чем можно работать, и тут очень много всплывает всего. И здесь вот хороший комментарий, что идеальных данных нет, есть приемлемые, действительно, но если приемлемые есть, это еще как бы да, бывает, что и приемлемых нет. Либо бывает, что если, например, вот в нашем случае у нас много дочерних обществ, и у каждого может быть формат свой, там, качество разное, то здесь тоже нужно уже смотреть, а какие где есть и какую же там золотую середину искать. Спасибо. Так, Владислав. Владислав, включайтесь тогда. Готовы ли? Здравствуйте. Хорошо. Ну, похоже, что тема с данными действительно для многих болезненная, и просится следующий ивент что-то в эту сторону. Поэтому подумайте, с какой темой, с какой формулировкой сделаем небольшой опрос в сообществе. Думаю, что сможем еще одну встречу про данные собрать. Просто помогите нам сформулировать тезисы или, может быть, предложить кого-то в качестве спикеров или участников подобного обсуждения. Так что здесь прошу вашей помощи, если тема, ну, как мне кажется, действительно она получила такое интересное продолжение. Угу. Владислав? Да, могу начинать, да? Да. Здравствуйте, коллеги, всем. Я являюсь внешним консультантом, расскажу о своем опыте. Не могу сказать, что что-то может быть для вас приемлемо, но сейчас расскажу просто над теми наблюдениями, которые есть. Вот. Презентацию видно? Да. Ага, отлично. Так. Она почему-то не видна. Так, попробую остановить. Могу слайд перевернуть. Ага, вот. Все, все, видно. Ага. Значит, я хочу рассказать о своем отраслевом опыте, так как езжу по разным странам, и это не только нефтехимия, металлургия, строительство, но есть и другие органы, это может быть и банки. И поэтому наша тема, я так понял, называется «Айтишники и стейкхолдеры». И в моей жизни получается так, что сталкиваюсь с разными инженерами, как пользователи, руководители бизнеса, чаще всего это инвесторы. И, соответственно, у каждого есть свой контент, разная зона ответственности, языки общения, культура, свои определенные компетенции и, соответственно, свое даже понимание. Поэтому здесь добиться
того, чтобы найти некую коммуникацию, нужно иногда выработать некую тактику общения. Почему? Потому что приезжаешь в какую-то страну и заходишь в проект, нужно быстренько включить команду и включиться самому между пользователями и бизнесом. Вот, поэтому я вот нарисовал вот такую вот схему, где отметил, что у нас не просто стейкхолдеры, ну там получается пользователи или руководители бизнеса, но и айтишники, они тоже разные. Есть айтишники-разработчики, я куда не говорю, что это те, которые программируют что-то, это могут быть руководители проектов, аналитики, архитекторы, дизайнеры. Ну, я их обозначаю как все это разработчики. Есть IT-внедренцы, интеграторы. Это, соответственно, владельцы продуктов. Это, соответственно, тот, кто больше занимается тиражом. Они, наверное, и нанимают этих IT-разработчиков. Редко, можно сказать, только на отдельных стартап-проектах я встречаю IT-предпринимателей. О них немножечко отдельно переговорим. И, соответственно, то, что чаще всего встречается, это, соответственно, инженеры, владельцы процессов и руководители бизнеса, которые как-то связаны еще с инвесторами. И, соответственно, у них есть у всех свое отношение друг к другу и также свое понимание. Если мы разложим, соответственно, как, допустим, выглядит профиль этого лица и с кем они, соответственно, общаются, как вообще начинается проект, то здесь я отмечу то, что в большинстве, допустим, корпоративных компаний IT-внедренец – это больше лицо, которое хочет повторить некий успех своих соседей. Ну, я тут написал некий чат. И, соответственно, когда они хотят прийти своему потребителю, это прежде всего инженер, они ему говорят, что давай мы тебе поставим то, что стоит у других. Это, в принципе, уже пришло время. И если мы говорим про R&D-разработку, то здесь довольно сложно что-то им предложить. Почему? Потому что они не понимают, где это было использовано. То есть для них важно, чтобы был этот продукт готов. В свою очередь, у инженеров возникают определенные ожидания и опасения, то есть их два. То есть они закрывают ли этот продукт функции, и если он не закрывает, если он закрывает абсолютно все функции, то они задаются вопросом, а заменят ли эти функции его. Ну и, конечно же, лица, принимающие решения, я их разделяю как руководители бизнеса отдельно от инвесторов, они ждут, конечно, эффекты, но так как этих эффектов не понимает внедренец и не понимает пользователь, почему? Потому что он ожидает удобные функции, то он закрывает чаще всего глаза и говорит, ну, коли эти функции удобны, давайте попробуем хотя бы их внедрить. Вот. Ну и также так как стоит у других, давайте тиражировать и на себя. Это чаще всего такая ситуация. То, что мы говорим про IT-разработчиков, то соответственно, ценности другие. Ценности заключаются в том, что они тащатся, я так могу сказать, что тащатся больше от технологий и от рабочего процесса. Иногда не разбираются, соответственно, в бизнес-функциях заказчика и увеличивают свою команду, могут до бесконечности ее улучшать, но заявляют, соответственно, конечному потребителю, что в течение там, промежутка какого-то времени все не так просто, ты полюбишь наши технологии и в конце концов поймешь, как их использовать. И, соответственно, IT-интегратор, вот IT-внедренец, я вот здесь не его не указывал специально, то, соответственно, он, когда покупает IT-разработчиков, он надеется, что технологии каким-то образом решат потребность бизнеса, ну и, соответственно, закроют все вопросы еще и непосредственно руководителям бизнеса. И, соответственно, IT-стартап-предприниматель – это очень редко вижу такую фигуру,
И, соответственно, они уже на входе говорят о следующем, что технологии взлетят, есть могучая команда, которая понимает вашу отрасль. Он не говорит, что он понимает эту отрасль хорошо. Он говорит, что у меня есть команда, которая может это сделать. И он, как авантюрист, продает некие эффекты, но в большинстве случаев, можно сказать, он фартовый товарищ, и, соответственно, он их угадывает. Соответственно, происходит быстрая продажа, вызывая доверие как и у разработчиков, потому что они становятся кентами, вызывая доверие и у интеграторов, потому что он вызывал и доверие. Тот видит, что у него есть команда, довольно такая дружная, но и работает с теми же инженерами, которые скидывают авторство, объединяя их в кросс-функциональные команды. Это отдельная история. Соответственно, возникают ценности. Как я говорил, у инженеров, будущих пользователей, это удобные функции или замена старых инструментов. У руководителей бизнеса это ожидание эффектов. У ценности у айтишников, у айти-разработчиков, это ожидает, что оценят технологии и их рабочий процесс. Им очень важна эта составляющая. IT-внедренцы и интеграторы, они ценят тираж и ожидают, что рабочий продукт будет успешен. И IT-предприниматели ожидают эффекты бизнеса и, соответственно, оперируют такими вещами, как бизнес-модель, сервис, продукт и его, соответственно, функции и оценка этих функций. Поэтому у них все очень тут по-другому подстроено. И когда мы говорим о тех ситуациях, которые могут произойти, то есть три ситуации. Это когда продана идея, когда идется разработка и когда непосредственно идет внедрение, то есть подтверждение ожиданий. Через год это, соответственно, что-то с этим происходит. И здесь отобразил такой маршрут, когда разработчик не представляет масштаб задач, не функций, но верит, что его любимые технологии все смогут. И чаще всего, когда нет между ними вот этого IT-предпринимателя, то внедренец понимает, конечно, масштаб задач, но не разбираясь в технологиях, он, скажем так, идет в доверие компаниям разработчиков или командам разработчиков, или, может быть, их создать сам, еще эту команду разработчиков. Поэтому дальше происходит определенные неожиданности. Возникают разные продуктовые команды, которые являются этими разработчиками. И эти продуктовые команды идут, соответственно, через мостик вот этого интегратора к пользователям, который ожидает удобные функции, там, скажем, на замену молотка, пилы, отверток, обсуждает некий MVP сначала из 3 функций, в большинстве случаев их потом становится 30, и в конце, там, через несколько лет внедрения, а может быть, еще и затрат несколько миллиардов рублей, понимает, что в каких-то технологиях, возможно, ошиблись, в чем-то потеряли время на определенные функции, и внедренец становится уже переговорщиком между уже инженером и, соответственно, разработчиком. То есть вот такая штука может произойти. В то же время, если мы говорим об MVP, то под MVP могут скрываться определенные интерфейсы, которые могут становиться шоурумом. Ну, многие так говорят, но на самом деле здесь тоже есть определенный нюанс. И, соответственно, когда идут через этот шоурум, то инженеры не видят своих инструментов. То есть сначала хотят угодить бизнесу, может быть, и, соответственно, инженеры, видя, что надо, да, сначала угодить бизнесу, потом, соответственно, получить свои инструменты. Вот, такой определенный может быть тоже нюанс при сдаче проекта. И, соответственно, выводы такие, что выходят определенные проблемы, где IT-технологии не стыковываются, по большому счету, с 4 сущностями. Это с масштабами задач, они их не понимают. Это с бизнес-функциями и, соответственно, с эффектами. И то наблюдение, которое показывает на тех проектах, в которых я участвую, что если есть
лицо, то есть мы вот как задались задачи этой конференции, есть ли вообще способ найти, скажем так, связь между айтишниками и стейкхолдерами, то на своем опыте я могу сказать, что это должен быть человек, некий человек, который в себя включает три, скажем так, сущности IT-предпринимателя, он, соответственно, видит вот эти вот эффекты. Он является владельцем продукта, он знает, соответственно, какие три функции являются самыми функциями. И он является CEO, который может разрулить, соответственно, и организовать всю вот эту команду. И, конечно же, вот эти все четыре сущности, они работают с меньшими, кстати, затратами, намного меньшими затратами, чем тратят корпоративы, и они запускаются в жизнь. И вот пример из жизни, вот фотографию поставил человека, которого вот я изучил, я с ним мало знаком, этот человек из Forbes, который открыл свои компании, таких людей много, есть, к примеру, вот Банк Револют, Монза Банк, которые также открыли, вот этот человек тоже с финтех, но он и отлично общался и с инвесторами, отлично общался и с разработчиками, довольно большая команда. И, соответственно, если вот судя по годам смотреть, то вышли честные платформы. Платформы – это даже не программа, а платформы, которые оценил не просто бизнес, которому сказали, вот типа работает, и пользователи сказали, ну типа тоже мы вроде бы этим согласны пользоваться. А пользуются достаточно, ну, мир, всего оценил мир. Вот. И другая составляющая – это то, что это вот сейчас мы про экспертов поговорили, кто является, скажем так, формулой в этой части. И следующая составляющая – как вообще это все запустить. С одной стороны, можно это запустить, когда, соответственно, пришло некое ТЗ, и мы сразу запускаем. Но в своей жизни, на тех проектах, которые меня подключают, разные заказчики, это, кстати, и компания вот Сибур, и Газпромнефть, Норникель, разницы нет, то там нету еще никаких айтишников. Мы говорим, что необходимо некую точечную экспертизу превратить в экспертизу общую, то есть общей проектной некой такой вот команды. Я ее называю кроссфункциональную экспертизу. И в этом случае помогает очень сильно HR. Почему? Потому что сами инженеры, они все же ждут какого-то продукта. А, соответственно, нету такого понятия, как проектный даже офис. И нету понимания, что есть какое-то там объединение одних отделов с другими. То есть каким-то образом они должны выйти из своих колодцев. Поэтому здесь здорово помогает всегда HR. По крайней мере, я стараюсь, чтобы HR был, потому что времени мало, иногда время неделя, и нужно за одну неделю сделать такую вот кроссфункциональную команду. И когда мы делаем вот эту вот кроссфункциональную команду, тогда я вот вчера задался вопросом, а вообще что произошло? И разложил на три опции. Эти опции я назвал как глаза и уши, большой брат и интеллект. Что это означает? Какие бы технологии на самом деле на практике не внедрялись, достаточно, чтобы мы вообще поняли, как вообще выглядит наш бизнес. И мы создаем чертеж этого бизнеса. У многих это называются дашборды. Некоторые делают это, в принципе, в BI. И есть отдельная тема, где я могу рассказать, чем отличается BI от дашбордов или что-то еще. Но суть даже не в этом. Суть в том, что возникает некий большой брат, когда этот чертеж бизнеса воскрес. И мы говорим о том, что люди могут и ничего не делать, а могут и ничего не ждать. Но они видят, что в принципе там обозначены определенные отклонения, и в принципе их нужно решать. Неважно каким способом. Там главное просто вот смотри, оно возникло, а как ты это решишь, неважно. И когда, соответственно, вот эти вот две составные проходят, составляющие, первое, это некие создали бизнес-чертеж, в котором отрисовали свой бизнес. Второе, соответственно, когда мы оживили некоторые его элементы, не обязательно там
все, не обязательно всю бигдату оживлять, но достаточно там буквально три кусочка оживить, то потом, соответственно, мы говорим об улучшении функции. То есть мы говорим о том, что этому начинают верить. И здесь, соответственно, тоже определенные люди начинают отключаться. То есть если в опции «глаза и уши» подключаются руководители, инженеры, интегратор, айтишник, то в опции «большой брат» они потихонечку начинают отключаться. И в интеллекте, когда уже приходим к тиражу, сталкивается непосредственно инженер, пользователь и интегратор. Ему, конечно же, в идеальном случае должен помогать вот этот вот человек из IT-предпринимателя. Вот. И некие примеры, жизненные примеры хочу показать, то есть как все это начинается. Я его называю как пример шумоподавления. То есть сначала мы говорим вообще, а что вам надо? И вот этот вот тест, это тест на приготовление яичницы, он самый простой, потому что его как бы, ну, легко, все его проходят, все его описывают. Но разные люди описывают его тоже по-разному. 2000 человек его описывали, все по-разному описывают. Потом, то есть сначала его описывают, любой процесс описывают, потом, соответственно, понимаем, что является в нем суть. И вот красное – это, можно так сказать, шум, зеленое – это суть. И как эта суть, она пришла. На самом деле, вот такие тесты бывают, что люди пишут там его на 5 листах, бывает на 10 увлекаются. И очень сложно, соответственно, понять, что это такое. И мы учимся это превращать в некий чертеж. Как этот чертеж образовывается? В большинстве случаев бизнес и инженеры, когда просишь их что-то визуализировать, для того, чтобы понял их и разработчик, и, скажем так, вот этот IT-интегратор, о чем мы говорим, то, соответственно, их нужно научить рисовать в неком стандарте. Этот стандарт они не знают. Вот, в большинстве случаев не знают. Это делают за них обычно руководители проектов, аналитики, разные там, может быть, дизайнеры еще подключаются, не знаю. Ну, в общем, их, соответственно, готовят. И после того, как это подходит, вот этот вот один из примеров, когда я работал на проекте в Норникеле, это вот команда Норникеля, здесь и лица, принимающие решения, и, соответственно, другие люди. Их задача, соответственно, понять суть. Вот разные стикеры разных цветов, они между собой садились и, соответственно, разбирали, а что действительно им нужно. И вот когда они разбирают вот эту суть, возникает, соответственно, некая вот эта вот идея, когда могут соединиться уже интеграторы и соединиться IT-разработчики. Но чтобы это вообще произошло, нужен IT-предприниматель, который это все будет свяжет и, соответственно, держать такую вот дисциплинную коммуникацию. В конце концов, вот тоже вот этот вот столик, он превращается вот в такой вот столик. Это на примере Центра управления эффективности, тот центр, который участвовал непосредственно и вот эту команду рассаживал. То есть мы говорим о том, что мы смешиваем вот эти колодцы, создаем кроссфункциональные команды и вот этих вот стейкхолдеров, самих инженеров-пользователей, стыкуем уже непосредственно с разработчиками. Вот, и они оживляют вот эти вот экраны. То есть они работают уже вместе. Между ними создается постепенно этот союз. Не сразу так пришел, ТЗ дай, что-то там включи. Нет, сразу это не происходит. Это постепенно их вот таким вот образом стыкуется. Поэтому вот такая картинка, можно сказать, вот такая простая запись превращается в чертеж и дальше превращается вот в такую организационную структуру. И если его увеличить вообще, что там происходит, это вот, коли мы данные сегодня обсуждали, то на самом деле это не отображение красивых картин. Это большая работа, где мы стыкуем операционные показатели бизнеса до получения определенного эффекта. Если это отклонение произошло, и оно каким-то образом, соответственно, в принципе произошло, на него можно и не реагировать, но оно и не пропадет. И, соответственно, если оно не пропадет, то рано или поздно, ну, как бы большой брат намекнет. Люди, ну, там же
и руководство тоже смотрит за этим. Давайте мы на это посмотрим. И в то же время вот эта часть, она никакую пользу абсолютно не приносит для инженеров-пользователей. Для инженеров-пользователей приносит пользу конкретные инструменты. Даже достаточно Excel, чтобы был. Почему? Потому что это первоначальный инструмент, но выгруженный, скажем, там с Big Data, с разными данными, которыми он может крутить. Ему вот эти на самом деле дашборды, имитации, они не нужны, никак не помогают в жизни. Это папье-маше. Вот. Но для самого руководителя бизнеса они важны. Почему? Потому что он видит по ним итоговый, регламентирующий, скажем так, такой отчет, эффект создался или не создался. Если не создался, то почему? Я это называю протяжка операционных показателей, протяжка операционных показателей непосредственно до эффекта. Вот. И когда этот чертеж воплотился в некую, соответственно, такую, в такую картинку, возникают уже непосредственно продукты для самих пользователей. И эти продукты интегрируются уже с источниками данных. Может возникнуть некая платформа. Вот. Это вот то, что я хотел поделиться своей практикой. И то, что вот в моей, скажем так, жизни очень часто происходит. Коллеги, я все. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли вопросы? И вопрос у меня самый главный. Мы переходим ли к обсуждению или обсуждение вынесем во вторую часть? Тут, наверное, попрошу вас дать обратную связь. Поставьте плюсик, если вам кажется, что, в принципе, тема и общение со стейкхолдерами, в том числе вот как раз вот эти стыковые процессы, да, на чьей стороне, скажем так, выяснение по данным или вот прояснение каких-то таких пограничных задач. Было ли бы вам интересно, ставьте плюс, чтобы мы собрали еще одну встречу. Если нет, можно тоже минус ставить, но вот плюсики поставьте, чтобы понять отклик. Угу. Так, пока два плюсика. Угу. Тогда вопрос. Сейчас третий, ага, пообсуждаем еще эту тему или уже на сегодня хватит, как вам? Я бы, конечно, хотела очень сильно послушать Александра, у нас Александр Смирнов. Может быть, голосом тогда, я здесь, я здесь. Можешь ну, что сказать, все это безумно интересно и находит много отклика в моей работе, прям часть про данные какие-то технические. Что-то от меня ушло, но вот важность именно коммуникации на разных этапах и разной, это прям безусловно очень полезно. И постоянно как-то меня почему-то эта тема оттягивала в сторону спиральной динамики в общении разных подразделений, там, будь то заказчики, пользователи или разработчики. Вот. Но даже не знаю, чем конкретно поделиться. Mm-hmm. Может быть, тогда поспрашиваем еще, кто-то хочет ли высказаться и голосом озвучить свой кейс, может быть, свой опыт или задать какие-то ключевые вопросы. Как вариант, можем собрать пул вопросов и дать их в чате, чтобы вы могли дальше продолжить общение. Выходите в эфир, включайте микрофон, будем рады вас послушать. Если нет, то тоже нормально. Понимаем, что уже времени плотно мы сегодня с вами. Мне вот очень откликнулась история первого докладчика про найти такую некоторую общую черту между интересами заказчиков бизнесовых, да, если они являются спонсорами, и пользователей, если для них делают этот продукт, и пользователи не являются заказчиками. Вот это, вот, мне кажется, довольно важная история, найти какой-то общий знаменатель. И мне кажется, в пользователях как раз ищется этот общий знаменатель для разработчиков и для стейкхолдеров, потому что у стейкхолдеров зачастую это все-таки действительно какое-то выполнение там КП отдельных проектов, которые мы заказываем. И иногда, очень часто, это выполнение просто делается для галочки. Хотя мы вроде как бы делаем продукт, он должен закрывать боль пользователей, закрывать потребности, но стейкхолдеров, мне кажется, очень важно научить то, что
как бы идея, например, предоставить классные данные для каких-то управленческих решений пользователей, это просто гипотеза, и нам нужно хорошенько поисследовать пользователя, его процессы для того, чтобы выявить боли, да, и понять, как наш продукт эти боли может закрывать. И также я для разработчиков в третьем докладе, там была такая история, то, что разработчики любят технологии, любят их применять, и они вот кайфуют в процессе своей работы. Я как раз стараюсь их учить, собственно, разницы между продуктовым разработчиком и программистом, потому что программист решает технические задачи и закрывает таски в жире, разработчик, он все-таки несет ценность пользователю, и это их мотивирует. Также, но для стейкхолдеров все-таки, мне кажется, это нужно преподносить, опять же, на языке бизнес-результатов, потому что, ну, когда я, например, общаюсь про важность создания кроссфункциональной команды, там, команды разработчиков с их менеджерами, IT-менеджерами, там, в принципе, вполне себе нормально заходят какие-то зеленые ценности из серии. Ребята видят ценность, для них это является смыслом, и команда, да, хорошо, команда образуется под каким-то смыслом. И как бы эти зеленые ценности, они совершенно иногда не являются чем-то, что можно продать стейкхолдерам, которые находятся где-то там в красной, в синей зоне. Вот. И тут нужно прям переводить уже, что вот мне очень понравилось, что за приживаемость отвечает типа удовлетворенность пользователей, за приживаемость нашего продукта. Вот, я понятно выражаюсь. Ну, вот это про пользователя, это абсолютно так. И тут вот тоже по нашему опыту мы сейчас, например, сделали большую глубинку с дочерним обществом, вообще огромную. И после этого вынесли гипотез, ну, как бы вынесли генерацию гипотез по болям на экспертов. И что нам очень помогло, мы брали, ну, как бы боль, ну, их конкретизировали, категоризировали, все вот сделали, но и всегда каждой боли, которую разбирали, мы добавляли какую-то прямую речь от пользователя. И это бы очень как бы работало на самом деле. У нас это были не высокие, там, высокие руководители, но достаточно там эксперты. И когда люди читают там, что, например, там, все было гладко на бумаге, но забыли про овраги, так люди реально говорили. Но у этого всего возникает как бы уже такое... Ну, жизнь такая начинается с одной стороны, а с другой стороны, да, делали описание гипотез потом по итогу через призму того, что это даст для бизнеса. Вот. Ну, я прямая речь – это очень классно. И еще просто я закончу, что вот про воспитание как бы стейкхолдеров, да, бизнес-заказчиков. Вот это тоже важно. Комментарий был у Глеба про регулярность встреч. Их действительно иногда приходится таскать за руку, в том числе и на какие-то там встречи, на которых рассказываешь про обратную связь от пользователей. Но если их не таскать за руку, они как бы немножко там в отрыве условно, ну, как бы живут. Да, действительно. И вот мне очень понравилось про фиксацию прямой речи. На днях буквально проводил дизайн-сессию для планировщиков наших. И рисовали CGM просто и записывали там шаги, да, боли. И в болях ребята прям говорят, что, блин, мы тут делаем вообще, ну, не нашу работу. И как бы это была самая эмоциональная штука. То есть к прямой речи еще классно какие-то вешать эмоциональные ярлычки, потому что обычно где больше эмоций, там больше боли. Это, ну, там самые приоритетные фичи могут быть. И как бы в результате этого оказывается, что решение находится вообще там не в области продукта, а в области ролей и их распределения. То есть там полечить, ну, вообще другие вещи нужны, и IT-продукт как-то разрабатывать не нужно для того, чтобы убрать там самую болезненную часть. Вот. А зрелость бизнеса, да, это действительно очень важно, потому что часто замечаю действительно довольно зеленых айтишников, которые такие там, вау, давайте сделаем хэппи пользователей. И вот, к сожалению, именно когда дело касается производства, на производстве я больше ценности вижу в контроль, в, ну, короче, не зеленые ценности. Ну, опять же, вот я разговариваю с пользователями, например, ну, то есть вот где-то, короче, золотую середину можно искать. Это сложно, как бы требует больших затрат ресурсов всяких разных,
в том числе энергетических, но если вот ее находить, ну, иногда вот это получается, как это, дзен постигнуть и эту гармонию найти, это, наверное, тогда получаются самые удачные продукты. Ну, и вот по, еще я хотела сказать по, как бы, третьему докладчику, да, Владиславу, я бы, ну, по моему опыту, да, как, так как я все-таки из IT, вот, ну, у меня всегда, наверное, там получалось, и как-то мне везло с коллегами, но у меня всегда те, ну, разработчики, программисты, дизайнеры, там, тестировщики всегда, в общем-то, откликались и на то, когда ты им говоришь, какую задачу это решает, как эта компания поможет. То есть я не сталкивалась с тем, чтобы технологии, ради технологии делали как бы вот айтишники. Ну, то есть вот я просто хочу внедрить то, что разработчик всегда перепишет код за другим разработчиком, ну, захочет это сделать, это понятно. Но вот такое увлечение технологией ради технологии, ну, скорее нет. Скорее я бы сказала, что если... У нас есть часто обратная ситуация в компании. У нас говорят, ну, это программист, пусть сидит, пишет код. Зачем его звать, там, например, на PI-планирование? Зачем ему рассказывать про цели продукта, про какие-то глобальные стратегические задачи, особенно если подрядчик, за это нужно доплатить? Вот я всегда как бы зову на свои такие мероприятия, и всегда с этого очень большой выхлоп. Люди понимают, как бы, что они могут сделать, понимают, как они влияют. Более того, именно в IT-разработке роль даже там обычного разработчика, не тимлида, она может быть для создания продукта критически важной. Ну, то есть были такие примеры у меня, когда обычный разработчик, там, тестировщик находит или чинит какую-то багу, которая очень важна для продукта. Поэтому не нужно бояться потратить лишнее время или деньги вдруг, заплатив подрядчикам за то, что они у вас поучаствуют в стратегической сессии. Это очень важный вклад. Ну, то есть так как бы IT в большинстве своем та сфера, которая, если понимает, зачем и почему, вы будете с них иметь большой как бы выхлоп. Вот, ну, как бы, и технологии уже будут на благо как бы за решение задач продукта внедряться. Я иногда замечаю другую сторону, когда бизнес увлекается какой-то технологией, и она модная, и хочет эту технологию как бы внедрить, потому что, ну, все сделали, ну, елки-палки, а мы-то что не сделали. Вот здесь достаточно сложно объяснить, что, ну, не всегда модное все надо, может, и нет, не стоит. Вот, у меня да, такая... Тут здесь всегда стоит задавать вопрос, а зачем, а что мы делаем на самом деле. Да, действительно. И еще, кстати, вот кроме того, что пригласите разработчиков, например, на PL-планирование для того, чтобы они понимали осмысленно, да, что мы делаем и зачем. И все-таки мне кажется прям классно, когда в планировании участвуют люди, которые эту работу будут делать. Ну, как бы оценки, скажем так, точнее получается. Вот. А еще замечал такую проблему, то, что стейкхолдеры во время планирования, ну, для них план это является уже каким-то обязательством. То есть они считают, что вот у нас есть план, мы по нему можем пойти. Разработчики, к сожалению, тоже очень часто этим грешат. Хотя на самом деле, ну, нам, как бы, если мы живем в контексте неопределенности, то нам нужно постоянно перепланироваться и понимать, да, ну, вот этот alignment, да, мы движемся туда или нет. У меня вот всегда сложность вызывает именно продать стейкхолдерам вот эту историю, что планирование в нашем мире – это процесс длительный, и там чем лучше мы в него вовлечены все, тем лучше у нас шарится информация. Вот. И вот с этим бывают сложности, потому что, ну, как вы так? Как бы, ну, неужели нельзя просто сделать? У вас просто, наверное, не хватает компетенций, и вот эту историю продать мне прям сложно. Ну, сложно продать ее в плане... Я согласна, у нас вот сложность ее продать в плане выделения времени, когда мы только внедряли сейф и PI-планирование в большие наши крупные программы. Но это было вначале сложно. То есть люди говорили, 2 дня потратить на планирование? Я, ну, всего 2 дня как бы. А еще и позвать туда подрядчиков и заплатить им за эти дни? Что ты такое говоришь вообще? Вот, я говорю, так подрядчики вам делают, как не позвать-то, вы чего? Но потом у нас это получилось тем, что результат увидели, начали приходить. Следующая была проблема действительно в планировании, ну, в том, как честно сказать, что получилось, что не получилось, поставить, как еще, допустим, там,
ценность для бизнеса, все десятки. Я говорю, не может быть все. Только одна-две цели приоритетные. Нет у нас все как это. Можно из этой шкурки 7 шапок, можно, но маленьких. Потом у нас вот это была проблема. Потом мы вроде как бы ее там культурными какими-то аспектами полечили. Это да. Да, у меня коллега классно повторяет. Если у вас все суперценно, значит, у вас ничто не ценно. Да. Спасибо. Спасибо. Так, предлагаю прочитать комментарии в чате, потому что тот, кто смотрит записи, чат не видит. Значит, проектники закапываются в процессах, бигдата — наше все. Я под разработчиком имел в виду всех от руководителей проектов, аналитиков и так далее, до разработчиков, а не самих программистов. Владислав комментирует. Отдельная роль IT-интегратора внедренца, который ищет технологии и хочет повторить их. Сергей пишет. Далекие планы — это болезнь от проектного мышления. Сделали в план, и все ок. Тип delivery. Функция в приоритете в таких случаях. Так, Владислав, эффекты для бизнеса. Не знает ни вторая группа, ни первая. Разбираются больше в функции. Так. Общий знаменатель профита продукта, Сергей спрашивает. Готов ли кто-то еще прокомментировать или уже будем завершать? Как, скажите, плюсики, минусики, уже устали или хочется еще продолжить? Есть ли желание пообщаться? Мне уже, пожалуй, пора бежать. Ну, да, мы полтора часа, да, бронировали, планировали, поэтому, да, думаю, что можно точно повторять, встречаться, общаться, делиться полезным опытом и обмениваться, продолжать в чате. Спасибо огромное за ваше время, спасибо спикерам огромное, кто сегодня подготовился и поделился своим опытом. Напоминаю, Сибур Digital Community, чат, канал, в канале у нас анонсы, в чате у нас сообщения, включайтесь. Спасибо вам огромное, этот вечер, мне кажется, стал очень полезным и насыщенным. До скорых встреч, всем пока-пока. Спасибо.